К слову, у коммунальных служб тоже есть вопросы. Только адресованы они пожарным и были озвучены на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Так огнеборцы вынесли предписание управлению жилищного хозяйства о том, чтобы они перенесли радиаторы отопления, которые установлены в подъездах многоквартирных деревянных домов, на высоту более чем 2 метра. Этого теперь и требуют правила пожарной безопасности. Однако для управляющей компании это проблема. Дома старые, к тому же, если батареи будут отапливать не пол, а потолок, в них станет холоднее. Вы пишете предписание поднять его на 2,2 метра. Что указано в нормативных документах? Я согласен по нормативным документам, но вы тоже согласитесь со мной, что строилась отопительная система, проводилась согласно, наверное, каких-то тоже документов?